Всем привет, с вами Лара Шум, и мы сегодня идем по аллее Ленина, Ленинских горках. Была открыта электростанция, и Ленин придавал большое значение. Дальше во дворе этого дома, мы не знаем, где дом, ребят, мы не знаем, где дом. Если вы где-то видите визуально дом, то вам повезло, мы не видим. Состоялась встреча Ленина с крестьянами деревни Богданово, вот так вот, правда, дом непонятно, где, нет, там не дома, там киногородок. И В.И. Ленин охотился в этих местах, понимаете, он так и охотился, или так и охотился. Лен, может, ты завяжешь футболку? Лена завязывает футболку. Она, конечно, никакого отношения не имеет к В. и Ленину. Она просто красивая девушка, которая сегодня приехала ко мне в гости. Итак, аллея Владимира Ильича Ленина. Я вообще люблю Ленина. Вот на самом деле я очень люблю Ленина. Лена, вы любите Ленина? И Лену тоже, да? И Ленина, и Лену. А вы вообще знаете, что такое? Кто такой Ленин, Лена? Конечно. Да? Вождь мирового пролетариата. Надо же. Вот, и тут вот мы сейчас сделаем фоточки здесь, конечно, по этой аллее Ленина. На самом деле мы находимся в горках Ленина, ленинских. Я предлагаю встать на этот постамент и сделать фотографию вместо В. и Ленина. Давай. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Молодец! Аплодисменты здесь. Лена прыгает. Yes! Вот тут Ленин сидит, там Ленин думает. А вот тут пол Ленина. Вот тут очень интересно, пол Ленина. Пол Ленина. Пол Ленина, целый Ленин. А, целый Ленин, пол Ленина. Я похожа на Ленин вождь, Лена? Похожа. Отлично, я Ленин вождь. Вперед, товарищи, за мной. Ленин пишет. Сейчас после дождя трава сырая. Мы будем смотреть на Сталина, на господина Сталина, на господина Ленина и Ленин с детьми. Вот, внимание, железный Ленин, бронзовый или железный. Итак, первая, так сказать, картина, это Ленин и дети. «Ленин и дети» так и называется, 1966 год, мрамор, вот как. Ну, вот она, аллея Ленина. Ура, дамы и господа, вы побывали на Ленинских горках. Вот, Лена тоже читает. Лена, там что написано? Подскажи, пожалуйста. Теперь памятник называется «Ленин и Лена». Все, с вами была Лара Шум, подписывайтесь на мой канал, ставим лайк. Лен, покажи, как лайк ставят. Отлично, и мы пошли ждать наш Lexus.